А вот невеста, невеста, невеста я ё, я невеста, невеста, просто я невеста ё, я невеста, невеста, ха-ха-ха-ха, где же живет мой жених, ха-ха-ха, ой, привет, я... Глюкоза. Наконец решила я жениться, но не могу выбрать, в какой стране живет мой жених. Поможете мне найти жениха, господин милиционер? Я дядя Степа, милиционер. К вашим услугам, выбирайте страну или... Бурунди, Джибути, Ямайка или Америка. Америка? В какой же стране живет мой возлюбленный, мой жених? Ха-ха-ха-ха-ха. Так, сейчас найдем. Сейчас быстренько пройдемся вокруг книжек. Вот сколько много книжек, сколько много подсказок. Найдем мы тебе жениха, правильно? Правильно, я забрал других. Это Врунгель и его моряки. Та-да-да-да-да-да-да-дам. Капитан Бобер. Волк и заяц. Ну что, заяц, потанцуем? Потанцуем. Бонифаций. Я тоже плыву на помощь. Котенок Гав и Шарик. Да. Это, конечно, очень сложный вопрос. Брэк. О, нет, мы никуда не пойдем. Мы устали. Три кота и Лапочка. Три кота, три хвоста. Миу, миу, миу. Три кота и Лапочка. Полкан. Бери меня, я хороший жених. Бабка Ёшка. Бабка Ёшка, выгляни в окошко. И Ваня Забава. Ну что, полетели в путь Глюкозе жениха найти? Конечно, земля прощай, добрый путь вокруг света полететь. Что у нас тут? Море плесут. Я моря вижу, океаны вижу. Моря, океаны. Ну, тут только, по-моему... Ямайка и США по первому баллу получают. Африка. Ваня, мы над Африкой пролетаем. Африка, что у нас тут? Бурунди и Джибути. И Бурунди и Джибути по баллу получают. Ребята, так не пойдет. Все страны получили по баллу. Мне нужно выбрать одну страну. Ну, ладно, Ваня, тогда полетели отсюда, раз ей ничего не нравится. Земля прощай, добрый путь. Бабка Ёшка выглянула в окошко. А ну давай, подпевай, и давай плясать начинай. А может, ты поможешь мне азбуку изучить? Бабки-ёшки, азбуки. Ну ладно, стряхнем стариной. Бабочка. Какая бабочка? Дом. Дом в Джибути, дом, второй бал. Яблоко. Яблоко. Скушай яблочко. Я не хочу, как Белоснежка, спать навсегда. Ну, как хочешь. Арбуз. Арбуз. Тогда скушай арбузика. Так-то лучше. Ладно, бабка Ёшка, уговорила. Пока я буду кушать арбузика, меня выбирай. У меня... Есть такси. Я могу тебя отвезти. На вокзал сесть тебя на... Поезд. Да, покатаемся на поезде. И отправимся в Ямайку. Ямайка, второй бал. Предложение, конечно, интересное, но ты не в моем вкусе.
Ну ладно, пожалеешь. Три кота, доктора. Мы доктора, почти что такие самые, как доктор Айболит. Добрый доктор Айболит. А, Айболит. Ух ты, как хорошо. И что мы будем делать? Я знаю, что мы будем делать. Мы будем играть докторов и будем искать жениха для глюкозы. Я. Яблоки. Яблоки. Ага. Вы бледно выглядите, лапочка. Вам надо яблочков съесть. Д. Детвора. Детвора. Ух, конечно же. Это же мы. Бармалей. Бармалей. Вот этот, как его, Колыван или кто это там был. Он на Бармалея похож. Какой Колыван? Я полкан, запомни. А Колыван из трех богатырей. Ну, все равно, ты на Бармалея похож. Так, а теперь ты должна, лапочка, нам доказать, что с тобой все в порядке, что у тебя ничего не болит. Так что, пожалуйста, изучи азбуку. Кота Леопольда. Да. Нашего дальнего родственника. Аквариум. Рыбки? Мне нравятся рыбки. Америка, второй балл. Будильник. О, вот это нет, только не это. Не люблю рано вставать. Дверь. Скрипучая дверь. Я? Яхта. О, на яхте в Ямайку. Ребята, это мне нравится, на яхте в Ямайку. Ямайка, третий балл. О, нету больше сил сражаться. О, Македонский! Македонский! Помоги нам! Где нам взять силы на дальнейшую борьбу? Ямайка! Ямайка? Четвертый балл получает Ямайка. А вообще-то, ребята, я вам советую, знаете, каравай покушать, чтобы были много сил. Да, покушайте, и тогда с новыми силами сможете опять бороться. Окей, пошли кушать. Гав! Это я говорю Гав? Нет, это меня так зовут, Гав. Да? Какие-то странные имена дают кошкам. Так. Ну, раз ты такая умная, Гав, может быть, азбуку изучишь? Конечно. Гав, конечно. Якорь. О, ставим якорь в Ямайке. Пятый балл. Дорога. Дорога. Дорога в Джибути. Джибути, третий балл. Бензин. Бензин. Много надо бензина, чтобы Бурунди всю объехать. Бурунди второй балл. Автомобиль. На автомобиле по Америке. Четвертый балл Америка. Ух ты, как это у тебя получилось? Просто я умная и озорная кошечка. Ну, давай я попробую. Хоть это какая-то странная азбука. Ну, ладно. Да, латышская. Музыка. Музыка играет в Америке. Ладно, пятый балл. Пчела. Пчелы. Ой, не. Мед я обожаю. Пчел нет. Двери. Опять вы, бабки-ёшки, двери скрипят. Еринч. Какой еринч? При чем тут еринч? При чем тут овцы? Ну, пока я плыву, я хоть могу тебе песенкой помочь.
Сколько у меня букв там? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Песня номер 9. О! Самолет построить. Да! Построй самолет! Тогда пролетишь над лесами, а потом очутишься в Джибути. Джибути, 4-й балл Джибути. Ух ты, спасибо, Бонифаций. Так, это что такое? Латышская азбука. Ну, заяц, ну давай. Подарок. Подарки? Подарки мне нравятся. Джибути 5-й балл получает. Бомба. Мяч. Мячик. Бомба. Барабаны. О, барабанщица Байба. В Бурунди Байба живет. В Бурунди 4-й балл. Авене. Алмиш. Асте. Причем тут олени? Яхта. О, яхта, конечно. Яхта в Ямайку. 6-й балл. Ну, волк, покажи, на какой яхте поплывет глюкоза в Ямайку. Моторная яхта. Ох ты, на моторной яхте поплывет в Ямайку. Круто. Я бы тоже хотела туда поплыть. Ну, заяц, погоди, никуда не плыви. Как я за тобой гоняться буду, если ты уплывешь? Ну ладно, потанцуем? Потанцуем. Давай. Так. Что же тут мне? Так. Глюкоза мне отказала. Ты хоть выйдешь за меня замуж? Куда же ты убежала, Золушка? Куда же ты? Ну куда же ты? Куда же ты? Она отправилась в Нью-Йорк. Да, в Америку. Америка, 5-й балл. Ну, уже вторая убежала от меня. Ничего. Вот пойду посижу. Парк динозавров. Да. А потом опять начну искать себе невесту. Это вообще-то я себе жениха искала. Да, так, что тут у нас? Что тут у нас такого? Дед Мороз. О, Дед Мороз. О-хо-хо-хо. Дед Мороз, надо тут одной девушке глюкозе помочь. Конечно, ей помогу. Скажи страну, куда ей? Солнечная страна, нету дождей, это Джибути. Джибути, 5-й балл. Ух ты, это мне нравится. Нет дождей, говорите, да? Господин Врунгель, может быть, другую песенку послушаем? Конечно. Ну, попробуем. Так, сколько нас тут? Трое. Песня номер 3. Я иду и пою обо всем хорошем. О, кто это тут там идет, поет? Кот Леопольд. Это наш дальний родственник. Да? Так. Ну и где он там бродит, ваш дальний родственник? Бурунди. 4-й балл Бурунди получает. Ну что, поиграли, докторов? Поиграли. Можем послушать песенку. Сколько нас тут? Четверо. Песня номер 4. О, Антошка, который копает картошку? Вы что намекаете, что мне фермер нужен? Нет. Да.
Это вам не задавали. Ух ты, ух ты. Так, да, слушаю вас, глюкоза. Выберите, пожалуйста, транспорт, а то никто не может помочь. Конечно, я тебя, глюкоза, я выбираю скоростной поезд. Вау, куда же этот скоростной поезд? Скоростной поезд мчится в Америке. В Америку? Чунг, 6-й балл Америка. Чунг. Так, ну, ребята, нашли мне жениха. Извините, нам некогда, нам надо спать. Какая дерзкая! Сама себе нашла жениха, а мне не хочешь помочь? Эх, какая дерзкая! Ваня, полетел спать! Да, отсюда вы меня обидели. Да. Еще одна азбука, бабка Ёшка. Да? Еще одна? Давай! Яблоня. Яблоня! Хочешь яблоню посадим? Я же сказала, я не Белоснежка. Ну ладно, ладно. Ай, болит. Никто, нигде, ничто не болит. Бычок, смоляной бачок. Причем тут бычки всякие? Я не фермерша. Дед Мороз. Дед Мороз подарки нам принес. Джибути, 6-й балл. Гав, гав. Заяц, чего такого смешного я сказала? Вообще котики не сказали гав, а собаки. Ну меня зовут так, гав. Вот и мора. Ну ладно, можешь попросить своего родственника, волка, чтобы он проучил этого зайца? Конечно. Ну, заяц, ну, поди. Пока, заяц. Что же ты добрали? Мы же опаздываем. Мы опаздываем. О, куда же поезд? Куда же поезд? В Джибути. 7-й балл Джибути. Да, ребята, никакого толка от вас. Нету. Ну, я как капитан, я вам могу спросить у эксперта. А, еще эксперт есть? Ну, надеюсь, эксперт мне поможет. И это эксперт сегодня... Я? Эдди Мерфи. Доктор Дулиттл, Эдди Мерфи. Вау, Эдди! Эдди, будешь моим женихом? Конечно. Ищи меня. Ищи меня в Джибути. Ух ты. Это страна, где никогда нет дождя, да? Но там, эта страна, по-моему, там, где никогда не слышали качественной музыки. Срочно, срочно надо спасать ситуацию. Итак, глюкоза отправляется на встречу с Эдди Мерфи. Джибути. Мы поможем вам создать классный гимн в отличном качестве.